Добрый день! Представляем вам специально подготовительные упражнения по теме «Навыки ориентирования в игровом пространстве». При выполнении упражнений нужно соблюдать технику безопасности, подготовить место занятий, заранее проветрить помещение. Приступаем к выполнению специальных подготовительных упражнений. Первое упражнение – бег на месте с последующим выполнением и с последующей имитацией выполнения приема мяча снизу двумя руками после сигнала. Колено выше, подняться на носки. Во время выполнения упражнения исходное положение, ноги согнутые в коленях, широкая стойка, руки выведены вперед. Движение ногами и руками слитно. Дозировка упражнения 3 раза. Переходим к следующему упражнению. Второе упражнение. Бег на месте с захлёстыванием голени. С последующей имитацией приема мяча снизу двумя руками. После выпада влево. На носки подняться выше, колено не выводить, вперед не наклоняться, захлестываем чаще, имитация приема после подачи сигнала. Соблюдаем технику выполнения упражнений. Дозировка упражнения. 3 повторения. Переходим к следующему упражнению. 3-е упражнение. Бег на месте с высоким подниманием бедра, с последующей имитацией приема мяча снизу двумя руками, с выпадом вправо. Колено выше. Назад не отклоняться. Выполнение имитации после подачи сигнала. Соблюдаем технику движения. Восстанавливаем дыхание. Глубокий вдох, полный выдох. Переходим к выполнению общефизических упражнений. Для мальчиков это сгибание и разгибание рук в упоре лежа с прямым туловищем. Выполняем 3 подхода по 10 повторений. Отдых между подходами 30-40 секунд. Упражнение для девочек. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В упоре с коленок. Спина прямая. Грудью касаемся пола. Дозировка 3 подхода по 10 повторений. Восстанавливаем дыхание. Встряхнем кисти рук, мышцы ног. Так, проверим пульс. Время пошло. Стоп. Спасибо за внимание.